Всем привет, дорогие друзья, с вами я, The Dark. И что же хочу сказать. Всех с Новым годом. Извините, что вообще не выпускал долго видео. Считаю, это самый пустой год за историю моего канала. Потому что я, во-первых, не знал, что снимать, да и к тому же не было времени. И я хочу вам... Я вас поздравляю всех с Новым годом. Спасибо, что подписываетесь на мой канал. Не уходите с моего канала, потому что не выпускаю долго видео. Но не суть. Давайте я подведу итоги вообще 2021 года. Вообще, сам по себе год для меня, в принципе, вышел, ну, можно сказать, средненько. Типа, и хорошо, и плохо. Да к тому же... Считая 21 год, по сути, для меня практически самый пустой. Даже если я и выпускал ролики, но очень мало. Ну так вот, что же я вам хочу еще сказать? То, что я буду стараться выпускать ролики почаще. Я буду это, конечно, стараться. Вот. И да, кстати, ребят, спасибо, что смотрите мои видео. А уж особенно большим удачным роликом для меня оказался драйвер Сан-Франциско. Я и не думал, что сам драйвер выйдет примерно на 10к просмотров. Для меня это просто вообще шикарно. И к тому же у меня, в принципе, вышел ролик неплохо, но есть только один, правда, недостаток. То, что меня было плохо слышно вообще на видео, но, если честно, такого бояться не стоит, зато просмотры это. Да, ребят, насчет под видео, те, кто мне спрашивает, скинуть ссылку на тот мод с машинами. Я скину, конечно, под описание, потому что почему-то та старая ссылка, под которой я делал ролик, почему-то не перестала работать. А уж особенно, когда я сделал ролик и решил как бы это проверить, точно ссылка работает. Ну так вот, короче, почему-то она не работает, я не знаю почему. Может быть, потому что сайт закрыт, не знаю. Ну, хотя, если честно, такого бояться не стоит. Я поищу ссылку, конечно, без проблем. Я без проблем скину тому, кому надо. Ну, вообще, ссылку в описании оставлю. Вот. Давайте подведу итоги 2021 года. Ну, то, что год вышел для меня сам по себе средненько, и хорошо, и плохо, то для канала, уж особенно под тем роликом под драйвером, это вышло очень хорошо. То есть для меня это отличный порыв для канала. Ну, планы на 22-й год, я не знаю, если честно. Но я буду стараться побольше, главное, выпускать ролики. Просто я, если честно, не знаю, что еще снимать. Вот. Просто идей, по сути, нет. И да, кстати, ребят, я еще забыл сказать, я хотел, помню, где-то 10 дней назад выпустить ролик, но, к сожалению, не вышло. Ну, если честно, не беда. Потому что у меня проблема была с видеокартой, мы продали старый компьютер, и я приобрел новую видюху. В принципе, это круто. GTA 4 прям тянет на максималках. Я просто вчера тест проводил. Как вообще? Но не суть. Думаю, этот год выдастся хорошо. Я на это надеюсь. Потому что главное, чтобы было побольше просмотров, побольше подписчиков. В общем, все было бы классно. Надеюсь. А уж особенно под тем роликом под драйвер, мне аж прям понравилось. Ну, правда, я просто не знаю, что еще снимать. Типа,
У меня просто пока нет идей, поэтому я придумываю. Ну, не буду сильно затягивать с болтовнёй. Я попытаюсь, наверное, сегодня выпустить какой-нибудь видеоролик. Думаю, вам понравится. Ну, если выпущу, конечно. Я попытаюсь. Ну что ж, все, что я хотел сказать, я уже сказал. Всем спасибо за просмотр. И надеюсь, вам ГОСТ выдастся хорошо. И, кстати, напишите еще в комментариях, как вы провели сам Новый год. Мне будет интересно почитать. Ну, что ж. Всем удачи и пока.